Настоящий теремок можно увидеть под Невьянском. В доме Михаила Корнева собрались буквально все. Курицы, коровы, козочки и даже удивительная птица бекас. Я подошел, она также вот угрожающе на меня зашипела. Ну, пришлось ее взять в руки и посадить в клетку. А потом сын у меня узнал через интернет, что это бекас, болотная птица. Ну, пришлось ей покупать рыбу и кормить ее. Что делать с этой сказочной птицей, хозяин пока не знает. У него она уже живет почти месяц. За это время бекас окреп и даже поправился. Поэтому, возможно, перезимовав в хлему со всеми животными, весной она уже вернется в родную стаю.